2014 года. Ладно, всем здорово, короче, чуваки. Это, короче, снимаем сейчас видюху очередную для лучших ютуберов, которые подписаны именно на меня, на мой канал. Всем привет, респект. Чуваки, короче, спасибо, кто комменты пишет, да, спасибо, кто лайкает. Вам отдельный плюс. Спасибо, друзья. В общем, короче, что, блин, сейчас бухаем, короче. Дядьены, кстати, да, это дядьены, ну вы знаете уже. Вот. Короче. Я вас приветствую. Сегодня, короче, пьем охоту, когда некоторые там говорили, типа, что ты там пьешь, там, суперкрепкое пиво, а типа охоту надо, типа, пить. Она вроде как и покрепче, в ней 8 охота градусов. Охота все охота. Да, вот в ней 8,1 градусов, охота крепкая. Вот у нас стоит такой 1,5-литровый баллон. И вот другой этот, другой напиток под названием... Он называется вообще-то не портвейн даже. Вот тот раз я делал обзор. Вино янтарное. Да, вино янтарное. Это отличается от портвейна, кстати. Но мы уже выпили. Кстати, пусть нам производители вина сделают... скидку, типа, да, за да. то, что... И заплатят нам деньги за рекламу их вина. Имейте в виду, ребята. Те производители вина, пожалуйста, оцените пару тысяч, десятков тысяч. Вот так это называется это. Просто так. Материальное благо, да? На материальное благо. Ну ладно, в общем, короче, смотрите. В общем, да, в тот раз был обзор на портвейн 3 семерки. Оно стоило 101 рубль, кстати, я забыл сказать, сколько оно стоит. А это стоит 100 рублей ровно. Это в городе Липецке. Да, в городе Липецке. В общем, литровая баклажка, в ней спирту 15 градусов, сахара 30-40 грамм на кубический дециметр. А, кстати, по вкусу она похожа. Ну, ладно, покушать пока не будем говорить. В общем, состав какой здесь? Состав виноматериал, фруктовый, плодовый, сухой, сахар. Ну, дальше я не вижу здесь. Ну, в общем, такое она это. Как бы так, кстати, правильно. В общем, на первом месте стоит, как все мы знаем, первое место это то, что больше всего в продукте. Это виноматериал фруктовый. В общем, вот такой-то. Вот такой у нас, типа, как порт... А, кстати... Ладно, дальше попробуем. Пиво пока что в сторону оставим. Мы сейчас сделаем пробный анализ. Это очень прошло. Сие, кстати, вот такие у нас сегодня на этом Альянс. В общем, Альянс классика Аудиарены. Что это? Next? Next. Next Sin, легкий как бы, да он? А Blue. Blue, голубой Next, синий Next. Не крепкий, в общем. Ребята. А вообще-то курить вредно. Да, курить здоровье вредить. Не курите, возьмите просто пачку. Давай, возьмите пачку. Чёртову пачку, чтобы сомните ее, сомните и выбросите, чтобы... Да, только перед этим не забудь, когда я сделал сигарету, тут вытащить, да. Чтобы пустая была, так выкидывайте. В общем, ладно, выбросить сейчас сигарету. Наливаем, короче, мы сюда, не знаю, там видно, не видно, короче, стоит камера у нас на как кофеварка, на кофеварке, да? Видно. Ладно, насыпаем сейчас немного здесь, по чуть-чуть, мы как дегустатор, да, пьем по полному стакану не пьем, краев мы видим. Учитесь, ребята. Или не учитесь, наоборот. Да, да ну ваше. Как на выбор, все по выбору. Лучше не надо. У нас страна демократичная, то есть можем что ходить, то и делать. Ну, опять же, в рамках дозволенного, в рамках уголовного права и, в общем. А, и, кстати, у нас еще есть такие конфеточки. Не знаю, это конфеточки еще из 80-х годов. Вот такая есть, ротфронтовская, Красный Октябрь. Машенька какая-то, я не знаю, как это называется. И вот такая есть, Цитрон, почти как Цицерон. Тоже Красный Октябрь, кстати. Ну вот да, бы там не было. Мы сейчас принимем дегустацию. Да, и расскажем все, как получается. Вам. Смотрите внимательно. Внимательно смотрите. И ваше здоровье. И наше. Как сомелье, я сделаю такой несколько глотков. Как сомелье. И скажу вам, в чем вкус данного напитка. Первое впечатление обманчиво. Дальше. Производит некоторый вкус, должен вам сказать. Третий вариант. Должен вам сказать, что вино лапшебатное. Ну да, похоже, кстати, это на сидр. Пейте, умоляйте. А если его сглазировать? Да. Как сидр такой, не так, кто помнит, был сидр, в общем, такой баклажный, 1,5-литровый, назывался сидр, да, так он назывался, по-моему. Был такой напиток, не энергетический, а алкогольный напиток.
газированная. Да. Назывался сидр. Ну, не как, ну погоди, который сидр там был. Полулитровая банка. Вот таких, только написано было. Банка была зеленая, это КОФ, а это было написано сидор. Или сидр, без О. Или с О. Сидор. Сидор? Да. Сидор был? Сидор. Сидр. Сидр это... А в Нупаре тоже был сидор? Да. Сидр. Газированный напиток, укрепленный, типа, обычный такой. Яблочный? Да. Вот, типа... Типа... Понимаешь? Ну да, типа, в общем, все поняли, что какого, типа, он какого плана, какого рода. Если вы заказывали, будет вообще классно, что. Нет, не ошибитесь, это 100%. Нет, ну хотя 100. Что, вот стоит вот это вот, здесь литровый он, да, стоит он всего лишь навсего 100 рублей, 15 градусов. Вот, в принципе, для обычного чувака, например, выпить такой баллон литровый, и он довольно-таки запьянеет. А если для какого-нибудь такого тру, алкаша, например, там, для такого, кто пьет посильнее, например, взял такой баллон, выпил, посидел, время провел, там, поиграл в что-то на компьютере, кто как чем занимается. И, например, выпил еще... Баллон пива, да? И, например, взял еще суперкрепкое, тем более. Вот такое, например, да, охоту. Я думаю, что это довольно-таки путево. И вообще, к чему все это говорится, ребята? Говорится все это к тому, что если не хотите быть дураками, пить беспробудно водку, колоться наркотиками, вернее, колоться этими... Ну, говном всяким. Принимать экстази там или еще какую-то херню. Самый лучший вариант... Провести хорошо время, просто хорошо провести время в хорошей компании. Взять вот это вот вино, 100 рублей всего стоимость, или же пиво охота. Выпить, посидеть, посмеяться, побалдеть, пошутить, да, отдохнуть. Просто... Никаких претензий никому, просто хорошо провести время, больше ничего. Это для тех, кто... Не злоупотребляйте спиртными напитками. Ну да. Для тех, сказано. Вот. Все остальные ребята, вы отдыхаете, кто курит или там что-то херню, все на второй план. Мы за то, чтобы выпивать в меру и радоваться жизни самой, какая она есть, на самом деле. Вы закончили? Больше свой монолог. Сниму очки, посмотрю в глаза. Нашим друзьям с разных областей России, точек. Может быть, кто-то ближе на рубеже смотрит. Совершенно верно. Ладно, а теперь перейдем, как говорится, не будем задерживать долго обзор. Теперь перейдем мы к пиву «Охота» крепко. Здесь мужик с ружьем, красный этикет, мы все знаем. Мужчины понимают, да. В общем, у «Охоты» что у нас здесь? Я перебью его, пиваков. Пил крепкое, я нормальное, 4,5 градуса. Это не реклама, не, как некоторые говорят, там реклама, все. Это не реклама, а сам сидит, курит, дымит, как паровоз, и это не алкоголь. И тоже стоит, бухает, там, один человек. Это ничего не значит. Я все-таки настаиваю, ребята, из Ютуба, где пиваков или без слабоалкогольного, он провоцирует алкогольное пиво. В общем, так, я продолжаю. Так, вот охота, короче, состав здесь, что, блин, я не знаю, может, кто-то не пил, блин, хотя, не знаю, там, чувак говорит, да, охота, типа, круче, чем суперкрепкая, там, не помню, кто бы мне писал в комментариях. Ладно, в общем, состав здесь, вода питьевая, очищенная, солод, пиво варный, ячменный, светлый, ячмень пивоварный, мальтозовый сироп, сахар, хмельные продукты. Вот здесь состав уже отличается, да, от этого, то здесь уже есть, и это, типа, ячменный пивоварный, вот это вот. Они мне добавили сюда, как сегодня говорили, кукурузу, потом этот рис. Это вот в Очакове, по-моему, Очаковское пиво или Очаков был. В общем, вот так. Ну вот что, 8,1 здесь, по-моему, да? Это 8,1. Да, 8,1. А в том, по-моему, 7. В суперкрепком пиве. По-моему, 7. Да, это поядрёнее на градус. На градус копейки. Крепкое пиво номер 1 в России, кстати. Ни члена себе. И не забудьте, прежде чем употреблять пиво. А, да, кстати, да, у нас же какая рыбёха есть. Не забудьте. Это шикарнейшая, в ней хребет, просто и всё, жрать её там. Приобрести себе в магазине. Да, вот такую чудесную, золотистую, полосатую. Называется просто... Копчёная. Путасу. Да, называется путасу. Хорошая. Она и стоит, по-моему, дёшево, как, да? Хорошая рыба. Вкус прикольный. Хорошая рыба. В Липецке она стоит 214 рублей за килограмм. Бля, дело не в цене, дело не
не весь. Дело в том, что вообще-то хорошая рыба. К пиву очень. Ну да, и дешево, и вкусно, и костей не нужно ничего выбирать, например, в других рыбах. Если поближе, смотришь как акулу. Подальше, как будто как селяк. Красноперка. В общем, ребят, хорошая рыба. Честно. Мы сейчас заценим, кстати, вот одна уже полезная здесь лежит. Рыба отличная. Ну что, выйдешь, наверное, да, налить? Вот полезные кусочки уже есть, этой рыбы. Вот уже мы заранее порезали, прежде чем вам предоставить эту информацию. Ну да, чтобы лишнее время не тратить, а то трафик. На кофе не смотрите, это кофе другого. Да, кофе-то отдельно здесь парень пьет. Это... Ген, ты что там, уснул? Так просто вот, сниматься не хочешь, наверное. Так вот. Мы с удовольствием пьем за один раз и топленое молоко, и пиво, вино. А, кстати, а водку сегодня, мы еще сегодня бутылку водки усосали. По 100, сколько она стоит? 185 рублей, да? Белый медведь, да, хорошая водка. Да, недорого, как говорится, ну что-то не знаю, что-то меня не шторило, он как-то, мы выпили вот на двоих пузырь. Без закуски, так, запивали томатный сок, ну так, я не знаю, просто, может быть, я такой прожженный самый. Имбецил. Вообще-то все, кто нас увидит, нас прошмаляет, поэтому по Ютубу. По Ютубу, да. Ну не важно, Ютуб, Туб, хренок. Туб как пробка. Дело не в этом. Главное, ребята, поймите правильно, никто вам плохого здесь ничего не пожелает. Да, говорим как есть. Только то, что испробовали сами. Это не реклама, кстати, не реклама, это не относится к рекламодателю и тому подобное. То, что пьем сами, то советуем и вам. Или, может, сами просто говорим свои, живы, да? Живы, здоровы. Звоним, говорим свои эти самые, свои впечатления о данном напитке, о данном продукте. Да. Чисто вот так, больше никак. И садись. Так что, дай вам Бог, и вам того желаем. Что вы сказали? Понятно. Спасибо вам, спасибо за пожелания. Пусть они будут даже не очень лицеприятные, но все-таки спасибо. Да нет, там вроде, блядь, пацаны такие нормальные, это самое, они вроде, как говорится, здравомыслящие, хейтеров поменьше, думаю, надо. Не важно, я за все говорю спасибо, ребят, спасибо. Давай, что, попробуем пиво. Кстати, смотрите. Конечно. Бля, кстати, по-моему, какое-то свежее. Что-то не чувствую, это сладость такой именно спиртовой. Как у пива, например, как у суперкрепкого. А такая, не знаю, может, просто мы уже просто это выпили. Вы знаете, не зря написано, на нем написано «Охота». Видите, написано «Охота». И мне еще охота. И мне еще охота этого пива попить. Игорь налил буквально стопарик, а мне еще охота, а мне летать охота. Хоть я не водяной, конечно, и все тут балбесы водятся со мной, но все-таки пиво, охота, это хорошая охота. Иди садись, чувак, что тебе там хочешь? Когда охота и охота, когда все время все охота. Ты застеснялся? А чё ты садись, иди кофе пей, свой у тебя остыл уже. Ладно, чё, рыбу попробуем сейчас. Вы, конечно, нас особо не смотрите, пацаны. Я всех уважаю, кто сидит на этом сайте. Всех уважаю, абсолютно. И те, кто верен этому, и те, кто скажет, о, какие-то ублюдки, какие-то дебилы сидят у вас, да. Это дело ваше. Рыба офигенная. Как бы вы ни сказали, пусть вы будете правы. Это ваше дело, ваше право, и никто его оспаривать не будет. Однако мы делаем так, как мы считаем нужным. Во. Вот такие эти. А у нее внутри просто вот это, вот один хребет, вот здесь вот есть. А вот этих костей нету реберных. Здесь просто черный вот этот вот, плерва или как она называется. Ну, она легко сдирается, но вкусно работает.
И это будет так. Ее пожарить можно, она офигенно жареная. Там тоже костей нету у ней, да? Это 15 жареных. Нет, я имею в виду такую сырую взять, вот эту потасую пожарить. Ну да. Так что... Ну вкус специфический, ну да. Специфический вкус. Ну, еще попробуйте. Может, кому тоже понравится. Я вспомню эту рыбу с Вованом ели, покупали, она стоила, по-моему, 44,50. Ну, это было лет, наверное, 10 назад, 15. Осуждайте. Осуждать можно любого. А понять не каждого. Ну, что ты будешь садить съесть? Или ты не хочешь? Ну, не хочешь попасть? Ну, да. На YouTube. Не хочешь. Быть ютубером. Ну кофе жестовый, Иен. Уже стал холодный. Это наш подельник. Он кашляет. Может, туберкулез болеет. Перхает, блядь. Сидел 3 срока, блядь. Как это там, блядь? Типа отсидел 12 месяцев, выжил срочно, блядь. Боится свое лицо показать. На этом. Ну, понятно, где. Это для этого, для рук? Да. А ты не видишь, сколько там этого? Так, подожди, не перепутай, для ног, для рук. А, да, одно для лица, другое для рук, третье для жопы. Сам не перепутает, который жопу мазать. А то, а нет, да, лицо, ох, хера на запах, жопу вонять будет. Я там не видно, сколько это время. Только для съемки. Так, ну в общем как так, не знаю что. Опять вернулся. Опять вернулся в кадр. В общем что, продегустировали мы эти. Вот эту штуку, потом пиво, рыбу. Вино, рыба. И будем дегустировать кофе. Когда навел вам Емка. Кофе, кстати, ребята, можете попробовать. Ой. Ну он что-то осыпануло, не знаю, 5 ложек кофе, не знаю, там очень крепкий у него, наверное, получится. Ну, чувак любит такой пить. Поэтому крепкий кофе не заводить. Нескафе Голд, ребята. Я сейчас умру здесь, от Нескафе. Лучше пиво попью больше. Или вина. Нескафе, не дай бог. В общем, короче, вот так, чуваки, такой видюк, короче, точнее, такой видос получился. Не знаю, может, там кому-то понравился, не знаю, не понравился, там, ставьте, я думаю, плюсуйте, я думаю, видюк, я, как обычно, конечно, прошу, да и сейчас тоже не хочу. Ладно, в общем, короче, всем спасибо, кто смотрел эту видюху, всем, кто пишет положительный комментарий, респект, уважуха, в общем, чуваки, да, всем удачи, всем пока. Мы вас всех любим, уважаем, ваше мнение будет принято во внимание, дай вам Бог, всем. Всем пока!